Добрый день. Это джинсы или брюки мужские, Канада. Джинсы или брюки больших размеров, Канада. Здесь, если брать конкретно этот лот, то брюки здесь только одни, все остальные джинсы. При этом они все имеют плотную джинсу, и мне кажется, что это сильно их сторона, потому что полные люди, они любят, чтобы у них брюки имели эффект утяжки. И поэтому они как бы такие рыхлые ткани не очень любят. Они практически все на замках. И есть летние, есть осенние. Итак, это 26 размер. Они все стрейч. Так, вот смотрите, у них вот такой зад. Они все новые. Это сток. Сток. И у них вот обыкновенная такая нога. Так, это размер 22. Они не укороченные. А вот эти джинсы, 18 размер, они, видите, кюлоты обрезанные, как вот сейчас в моде. Летний вариант джинсов, 22 размер. Они светлого оттенка и плюс еще у них такая драпировка, но при этом джинса остается все равно плотной. На замке, плотный, потому что говорю, что полные люди, и они 3/4, и не обшитые внизу. Тоже летний вариант, они чуть-чуть потоньше, но все равно плотные, 26 размер, стрейч. Укороченный, низ не обработан, скини, модель скини. 20 размер, такие уже были, ну, может, другого размера. Классика обыкновенная. Так, 22 размер. Тоже стрейч, тоже классика. Это снова скини, скини комфорт. 18 размер. Они не полная длина, 3/4, необработанные края. Все они стрейч, все. 18 размер, такой же модель джинсов, как предыдущая, только они темного цвета. И у них обработанный край, но они также 3/4. Эти джинсы 18 размер, у них замки по бокам, стрейч, необработанные края, вот видите, внизу, 18 размер. И вот это единственные брюки 4XA. Они здесь единственные. Все остальные джинсы. Сзади у них резинка. Итак, стоимость этих брюк, а также их себестоимость, смотрите под названием.